нет. Что делать, если хочется сменить обстановку? Съездить в Европу или просто ностальгия замучила? А нет никакой возможности и приходится сидеть все время в своем огороде? Я нашла ответ на этот вопрос. Выход есть. Вот он. Вот такая прекрасная картинка, баннер. Все гениальное просто. А сейчас я покажу, как это будет выглядеть в деле. Посмотрим. Пойдемте смотреть, что у меня получилось в итоге. Вот такая вот улочка. Стягивала баннер я вот на такие вот стрипсы, на пластмассовые стяжки. Вставляя как бы через люверсы. Вот такую штучку затягиваю в петлю, в колечко. Сейчас покажу. Тут у нее такой звук. Все это туго стянулось, распрямилось. И вот такая вот у меня улица. В результате евродворик. Будем любоваться осенью. Посмотрите, какие желтые красивые кусты стоят у меня во дворе. А сейчас пройдем на противоположную сторону забора и посмотрим, что там получилось у меня. Вот что у нас получилось на этой стороне забора. Вуаля! И мы в Венеции. Смена обстановочки.